Здравствуйте, уважаемые подписчики нашего канала «Розовое дерево», дорогие друзья, садоводы, любители растений. Это питомник церагортензия.рф. Вот везем заказ. Гортензия Фантом. С 35 литров. Смотрите, АЦ 45 даже литров Фантом. Огромные. Посмотрите, какие мощные стволы. Толстенные просто. Пусть просто бомбический. Смотрите, какие. Размером шапки. Вот такие вот просто бомбически огромные. Вот такая огромная шапка. Вот он, смотрите. Вот. Чем мне нравится Фантом. Сорт достаточно неприхотливый. Даже при такой короткой обрезке. Вот обрезка у него получается, видите. Очень короткая. Практически от земли не так много. А ветки однолетние поднялись на высоту. Ну, где-то метр шестьдесят. Каскад цветов достаточно плотно формируется, хотя смотрится очень воздушно. Вот, Фантом, он со вступительный белый цвет окрашивается. Вот, потом нежный румянец приобретается. Кстати, Бобо, называемый, то есть бельгийский сорт, который суперкарлик, да, он был, по сути, получен, возможно, от Фантома, но имеет очень миниатюрные размеры. И очень напоминает, кстати, Бобо. Фантом. Это они как-то вот собрать такие, наверное. Только у Бобо мелкий цветочек очень. А воздушность примерно такая же самого каскада. Вот, вот такой вот он красавец. Кстати, имеет тоже легкий такой нежный запах. Вот. Необычный. Ну, смотрится реально бомбически, смотрите. Apple Watch. Моя рука. И вот она шапка. Громадина. Еще не раскрылась полностью. Видите, еще раскрывается. Это он. Супер огромная. Не знаю, но смотрится офигительно. Вот, вот она какая. Давайте на фоне своего лица запечатлю. Вот она. Просто, знаете, нежный запах очень. Такой прям нежный-нежный. Прям как будто такой легкий-легкий запах. Вот. И так вот она, красавица. Фантом. Очень сорт люблю. Кстати, высота растения может достигать в наших условиях до 2,5 метров. Куст достаточно большой. Не разваливается. Хорошо держит форму. Видите, легкий румянец по цветкам. Такой вот легенький прям. Совсем. И Фантом, он всегда, в принципе, достаточно выигрышно на участке смотрится. И главное, что очень-очень-очень неприхотливый. То есть шапки просто громадные. Смотрите, как громадина. То есть просто громадина по размеру шапка. Вот. Но при этом... интересный очень. Угу, к примеру, вот он куст. Этот вазон, купленный в Кастораме. Это лилия от гибрида. Смотрите, вот вазон. И на фоне вот такого куста. Смотрите, какой он огромный. Просто громадина, громадина. Ух, хороший. Прям жалко отдавать. Ну, если честно, не жалко. Мы очень рады, когда мы отдаем хороший материал хорошим покупателям нашим. Питомник терагортензия.рф. Вот, так что Фантомчик улетает на участок к человеку, который будет именно наслаждаться. Вот такой красивый Фантом. Зовут меня Андрей Малышев. До новых встреч. Спасибо.